возвращение ребенка. Далее финальный отбор. Юные игроки сражаются за последнюю возможность оказаться в премьер-лиге. И соцсети, удачи тебе на финальном отборе, мистер Алекс Хантер. Мы за тебя болеем. Гаротокер, все готовы к финальному отбору. Пора нам брать быка за рога. Ну что, поехали, финальный отбор. Посмотрим, что мы можем сделать. Это финальный отбор. Национальная футбольная академия. Сразу видно, мажики такие приехали, и дед, блядь, на такой развалюхе. Рядом Range Rover стоит, а мы на каком-то Форде старом приехали. Четыре года в академии, все это ради финального отбора. Вот уж не думал, что будем принимать участие в таких делах. Характер. Выбранные вами варианты ответа в разговоре определяют характер Алекса. В каждом диалоге вам будут предложены различные варианты ответа. Дерзкий, баланс, спокойный. Характер Алекса влияет на его отношения с другими персонажами, на его поведение на поле. Спокойный, баланс, дерзкий. Спокойный. Почему бы и нет? Вот так вот. Просто нужно не расслабляться, Газ. Парни. Слушайте, все. Воспринимайте это не как финальный отбор, а как возможность показать себя. Просто выходите на поле и играйте как можете. Джордж Бейкер суров, но хорошего игрока он лечит сразу же, а вы лечите, что надо. Вперед. Когда ты успел так вырасти? Жаль, что отец не смог приехать, мам. Давай о тебе сегодня, твой день, Алекс. Крутые колеса, чувак. Вот так. Если выбирать крутая тачка или мастерство, я за мастерство. Да ну, а у кого из нас профессиональный контракт, а? Не обращай на него внимания, парни. Пусть за вас говорит ваш талант. А он как получил профессиональный контракт? Насосал ему, как мы получим профессиональный контракт. Парни, вы сегодня здесь, чтобы доказать, что вы можете играть на уровне профессионалов. Последние несколько лет вы оттачивали технику в разных академиях, но вас там, неважно по каким причинам, посчитали бесперспективными. Однако такое случается даже с очень талантливыми игроками, поэтому лига и устраивает этот отбор. Так что это ваш шанс доказать мне и всем присутствующим здесь скаутам со всей страны, что вы достойны выступать как профи. Не обольщайтесь, большинство не потянет, для многих это конец пути. Но для кого-то это может стать началом карьеры, ради которой вы так трудились. Вы все, что вы делаете, каждое касание мяча, все будет тщательно рассмотрено и повлияет на ваше футбольное будущее. Парни за мной уже имеют на руках контракты, они свой уровень знают. Они ваша планка. И сегодня вы выходите против них. Давайте, покажите, на что способны. Слышь, Уильямс, снова на тебя пялится. Вот так вот. Посмотрим, какой он самоуверенный, когда на поле я один на один со мной. Йоу, мадафака бич. Хантер. Слушай, я знаю, что ты мнишь себя разносторонним игроком, который может играть на разных позициях. Но сегодня надо выбрать лучшую, так что давай определяйся. Произведи впечатление на скаутов, окей? Ну, где играть будем? Цап, я всегда, когда играл в карьеры за профи, ну, я всегда выбирал цапа. Самая интересная позиция. Ну и в жизни я люблю на этой позиции играть, поэтому только цап. Пошел по стопам деда, так? Хорошо. Давай пусть он тобой будет гордиться. Нихера себе, блин, тренер дал позицию выдать. Мой тренер, блин, сразу сказал, ты типа идешь туда, и поэтому пиздуй. Так, для начала сыграем тайм 11 на 11. Пора отделить мальчиков от мужчин. Че, поехали? Тайм 11 на 11. Пора показать скилл, бля.
Team 1, Team 2. Ну или Team 1, Team 2. Поехали. Нагнем парней с контрактом. Ой, бать, вот это прием Марадоны. Вот, хорошо. И туда, пожалуйста. Все, шикарно. Продлили. Передачу. Касание играем. И пошли открываться. Пас. Потеряли мяч. Нормально. Будем, естественно, играть, пытаться через Хантера. Нам надо его пропихивать. Ох, шикарная комбинация. И Эллис. Я не знаю, брат, кто ты, но это было очень неплохо. Давай выжимай его. Ну, что ты, бро? Что как хиляк какой-то? Во, подача, вратарь. Хорош кулаками. Хантер в защиту. Пора бы уже это отойти. Удар. Штанга и вынос. Передача вперед. Футах. Не знаю, кто ты. Если честно, можно дать... Нет. Подача! Удар выше ворот. Нормально, пошли. А игра рукой была ведь? Нет. Хантер в борьбу вступил, умничка. Отобрал мяч. Да блин, я все мельчу, я хочу через Хантера сыграть. Мне надо через него сыграть как-то. 6-4 у нас оценка уже, кстати. О, Уильямс, парень на контракте. Давай, контрактник, покажи, что ты можешь. Пробежал на пейсе и шикарный подкат от защитника. Считанное мгновение до того, как закончится отборочный тайм. И какие-то промежуточные итоги будут известны. Что нам скажет тренер? Ты как, старина? Ты что-то сегодня на себя не похож. Да, не знаю, что со мной, старик. Нужно взбодриться. Да уж, нужно. И быстрее. Место в рейтинге 4 из 30, пожалуйста. Вон тут Родин, Роидх Осиан. Что-то совсем херово. Льюис Эдвардс, Хантер, Мурдоч, Стэнли, Рилли, Чарлис. Гаррет Уокер, блядь, чувак, ты вообще 10-й только. Что ты мне затираешь про то, что я что-то там херово? Все чики-пуки у Алекса Хантера, нормас. Так, завершение вблизи. Я думаю, что мы сегодня на этом пока что остановимся, как бы... Завершим, так скажем, первую пилотную серию карьеры за Алекса Хантера. В следующей серии продолжим. В следующей серии будем заканчивать отбор и, надеюсь, попадем в команду Премьер-лиги. Все, всем пока.